Да, Герман. Фантастический последний, 10500 очков, я вообще не понимаю, как он это сделал. Тем не менее, вот его вторая полдистанция, содержание троса ногой. Давайте посмотрим, первая ему удалась. Не видно, что он нервничал очень хорошо. Я сладил. Итак, на дистанции Пьер Баллон из Франции, 11510, личный рекорд этого спортсмена. Начинает он очень активно. Тут чуть-чуть закрыто, но подорожал. Вот здесь еще пауза перед Килайном была. И вот Саша Свинтов в конце. И семерка. Наверное, справился с волнением. Начал вторую полдистанцию. Достаточно неожиданно. Звук бэков полны. Никаких семерок и пятерок вначале нет. Очевидно, будет спортсмен на борту ШП. Спина. И вот еще одна. И передняя чистая. Сзади в спину. Еще одно такое же. Килай, спина. И еще лицо. 541. И вот оно. Вот это было очень круто. А и семерочку-то не... Никогда на прессе. Вторая полдистанция. 540. Полный сразу. Килай. Спина. Два простых вращения с волны. Здесь вот серединка попроще. И вот он еще один лицо. И сейчас 540, смотрите, раз стоит. И вот раз в лицо. Еще немного. И стоит на... И на прекрасное выступление. Алексей Юрьевич Черносец. Мировой рекордсмен. Посмотрите на его прохождение. Две сложнейшие фигуры. Скрайн 540, скрайн 721. Передняя сальда, вот это самая зрелищная часть дистанции. Практически нет никаких пауз между сальдо. Посмотрите, вообще не готовится спортсмен к упали. И вот это как раз финал. Эту фигуру для финала. Пятерка. Две спины с волны. Две спины в кильватере. 540 нагруз, разгруз. Лицо. Одно нагруз. 540. Доворот. 540 легко. Спина. И не встал.